Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы поговорим о испытании на 12 человек залы фабрикации. Как и всегда, обсудим лут, награды и механики боссов и мобов этого подземелья. Постараюсь донести все кратко и наглядно, а для удобства под видео вас ждут тайм-коды на все основные моменты. Ну а в самом ролике плашки для быстрой ориентации по главам. Перед просмотром же этого руководства рекомендую ознакомиться с базовым гайдом по триалам в Elder Scrolls Online. Там рассказано о сложности каждого из них, куда и когда стоит идти, а также расшифрованы основные внутриигровые понятия или же рейдовый сленг. Ограничивать себя в его употреблении тут я не буду, ибо ровно им же с вами будет разговаривать большинство групп и рейд-лидеров. Привыкать стоит сразу. Ну да, поехали к нашему подземелью. Итак, залы фабрикации — это триал, добавляемый в игру главой Morrowind, на данный момент уже являющийся частью базовой игры. Вход находится на острове Варденфелл, а само подземелье состоит из 5 полноценных боссов и множества врагов на перебежках между ними. В наличии нормал-версия, ветеранская и хардмод для последнего босса. Нормал максимально простой, фармить можно хоть со 160 уровня. Ветеранка ощутимо сложнее, и хоть и заливается уроном нынешних ДД с пропуском многих механик, все же требует их выполнения и понимания тактики сражений с конкретными боссами. Голосовая связь для кооперации приветствуется. По составу, для фарма нормала можно сильно не запариваться и собрать рейды из одного танка, одного хилера и 10 дамагеров, все заливается уроном. В ветеранский же режим и на хардмод нужен полноценный рейд с двумя танками и двумя хилерами. Теперь же поговорим о наградах. За прохождение нормал версии дают блестящую металлическую краску латунь колосса. За ветеранскую подарят уже латунную оболочку фабрикации. Ну и в наличии два титула, генератор за сборное достижение и грустно переведенный из TikTok Торментора или же ТТТ часовой мучитель. По шмоткам в залах фабрикации фармится 4 классических сета. Тяжелый, автоматическая защита дает великую гиду на 10% поглощения урона 6 членам группы. Используется довольно редко. Как и следующий сет отсюда, легкий, защита изобретателя, дающий все то же самое, только на легкой броне. Средний сет военная машина, хоть и также только половине рейда, но дает более актуальный баф на урон, великую жажду убийств, и чаще встречается в саппорт сборках. Как и последний местный сет главный архитектор, дающий то же самое, только на базе легкой брони. Два сета на защиту, два сета на урон с практически одинаковыми бонусами. С уникальностью тут разработчики решили явно не заморачиваться. Совершенных версий шмоток в залах фабрикации нет, а значит, ради них можно спокойно фармить нормал, отправляясь навет только за оболочкой и конкретными достижениями. Ну да, полетели к самому прохождению. Снято стандартным составом ветеранской версии. Начнем с первых трэш-пачек и дальше по порядку. Путь до первого босса довольно простой, встречаться будут большие когути и две мерзкие сферы-стрелки. Сферы можно и нужно прерывать, заряжаемый выстрел бьет неприятно. Танки все агрят и по возможности собирают в кучи. Вариантов ускорения этого процесса у разных рейдов предостаточно, кто-то прячется за грибочки, чтобы сферы стали в кучу, кто-то просто скипает бои, пробегая мимо мобов, но особого значения в целом это не имеет. Трэш-паки нормально убиваются и так, если все враги сагрены и вовремя прерываются. Первый босс фабрикации, он же главная помеха у начинающих групп, неподготовленные рейды складываются прямо тут, две электромеханические курицы, Нигатрикс и Позитрокс. Товарищи противные, делают больно и танкам, и хилерам, и ДД. Особенно больно они делают рейд-лидерам, ибо у этого сражения есть целая куча разных тактик, одна лучше другой. А самое сложное, по ощущениям, это тот вариант, который задумали сами разработчики. Ну да, поехали разбираться с тем, что боссы могут, чтобы понимать, как с этим бороться. Сами боссы одинаковые и показывают свою главную механику еще до сражения. Если курицы подходят близко друг к другу, между ними появляется разряд, наносящий большой урон игрокам и заряжающий самих боссов. Пока соединение активно, их урон будет расти и через 10-15 секунд станет совсем большим и совсем неприятным. Надолго этого допускать нельзя, и потому почти все основные тактики подразумевают разведение боссов в разные концы арены танками. Сам рейд при этом может стоять как на одном из боссов, как в центре,
так и разделиться на две половины, чтобы сливать их параллельно. Если урона прям совсем дофига, можно, конечно, просто скучковать и залить боссов, обожравшись поочередными барьерами, заигнорировав вообще все. Но обычно столько урона, конечно, нету. И чаще всего весь рейд остается прямо на входе, занимаясь одной курицей, пока офф-танк отводит вторую подальше. Эта тактика потребует живучести танков и очень хорошего отхила, но при распределении навыков и своевременном очищении от дебафов работает хорошо даже у начинающих рейдов. Опираться будем именно на нее. Итак, танки разводят боссов, отворачивают от группы и начинают выживать. Базовые и тяжелые атаки куриц не сильные, все спокойно блокируется. Однако они вешают довольно сильный кровоток и дебаф на исцеление. Танку нужен хороший самоотхил и не помешает хотя бы периодическое внимание хилеров. Также боссы бросают противные электрические лужи под ноги. Они дамажат очень сильно, стоять в них нельзя. Ну, благо они маленькие и не двигаются. Следующая неприятная атака босса – это удар хвостом, пускающий конус молний, ползущий по земле. Пускает его босс обычно в группу, и ДДшкам стоит либо целиться своей тушкой в безопасные промежутки, либо ловить молнии в блок, бьют они неприятно. Последняя противная атака курицы – молниеносный выпад. Этот прыжок блокируется, но если случайно попадет мимо блока танка, босс его придавит и начнет планомерно жевать, как это делают другие кланфиры игры. Этот процесс поедания нужно быстро прервать, иначе танк погибнет. И танкам, и группе в этом бою стоит быть внимательными. Но и бонусом на арене каждую четверть здоровья боссов будут появляться маленькие жуки-шалки. Их надо стягивать и быстро убивать массовым уроном. Бьют тоже больно. Самая же противная механика боя – это две мерзкие сферы, которые будут появляться в центре арены по мере проседания здоровья боссов. Сферы вешают на игроков сильный яд, который надо снимать очищающими навыками, а также заряжают снайперские выстрелы, которые желательно прерывать. При этом сами сферы закрыты щитами и не получают никакого урона. По механике боя щит снимается только тем самым разрядом, который появляется при соединении боссов. И действительно есть тактики, при которых боссы водят обоих или одного босса по кругу, снимая сферам щиты, пока ДД заливают все, до чего дотянутся. Однако провернуть это непросто, а соединять боссов надолго еще и чревато, а потому на убийство сфер обычно забивают, стараясь тупо пережить все, чем они одаривают рейд. Группа забивает первую курицу, а потом офф-танк подводит вторую, и все стараются убить ее раньше, чем сферы убьют игроков. Сфера при этом будет обычно уже 8, и все они будут в энрейджи, то есть красные. Для выживания в этих условиях оба хилера и офф-танк обязательно ставят на панель очищения из военной ветки, чтобы скидывать яд, который будет висеть на всей группе. А также не помешает один или несколько барьеров. На моей памяти бывало и такое, что с совсем малым уроном проходили это дело и в 7 барьеров. Но проходили же. Если очищения от хила и урона группе хватает, просто уничтожаем босса как есть, игнорируя сферы полностью. Если нет, можно выделить одного или двух игроков, которые бонусом к очищению будут прерывать снайперские выстрелы сфер дистанционными баш-навыками. Делать это можно, не убегая далеко от группы, и это сильно повысит ее выживаемость. Также может помочь подведение второго босса не после смерти первого, а чуть раньше, процентах на 20, чтобы группа начала дамажить его заранее. За 5-10 секунд связи рейд они положить не должны. Ну и в целом дела обстоят как-то так. Рейд стоит и в куче заливает куриц по очереди, обкладываясь хилами, очищением от яда сфер и барьерами, если все плохо. Ну и дистанционными башами сфер, чтобы было не так больно. Урон за хил, стояние друг в друге. Основные ценности триалов как есть. И если им следовать, механические близняшки подарят свой сундук и путь ко второму боссу. Но вернее, короткое сражение прелюдию, после которого он сам появится на арене. Убиваем пару сфер, пару когути и привет, высший фактотум. Перед боем с ним группе стоит выделить 4 ДД и распределить по порталам на краях арены, каждому свой. С ними будет связана важная механика боя, но о ней чуть позже. Начав бой, мейн-танк агрит босса в центре, а группа располагается за его спиной. Бьет босс терпимо, но разбрасывает кучу всякой электрической мерзости. Из кругов и метеоров стоит выходить, а от конусов уворачиваться, они обездвиживают игроков. Механики в целом хорошо захиливаются, если их не стакать друг на друга. Также периодически босс будет поворачиваться к игрокам и кастовать сразу в четверых разрастающиеся под ногами круги. Эту механику надо просто прервать башем. Самая опасная штука – это механика теней. Босс исчезнет, после чего вокруг мейн-танка появятся 4 его тени. Они по очереди начнут его бить, и каждую атаку танку нужно заблокировать лицом к тени, иначе она убьет всех игроков в широком конусе перед собой. Для удобства танк может просто встать в блок и при активации тени делать баш в ее сторону, что развернет персонажа лицом к ней и позволит убрать урон по группе.
бьют тенью довольно быстро, и возможно танку придется немного привыкнуть к процессу, прежде чем начнет стабильно получаться. Если с тенями совсем плохо, можно держать босса у края арены, что автоматически сделает две тени не такими опасными, ибо у стенки игроков скорее всего не будет. Бонусом практически в самом начале боя, а дальше каждую минуту на арене будет появляться большой центурион, которого нужно сразу сагрить офф-танку и уничтожить рейду. Делать это можно прямо под босса массовым уроном, или же отведя центуриона в сторону, чтобы он не задевал группу своей паровой атакой в форме пиццы. Танк держит центуриона, перемещаясь вправо-влево по безопасным участкам, а группа быстро убивает миньона дистанционными атаками. Тяжелый удар центуриона довольно болезненный, а паровая пицца сильно снижает отхил, танку стоит быть осторожным. Еще периодически на арене будет появляться электрический кристалл-проводник, выжигающий у рейда ману. Его тоже стоит быстро убивать, ресурсы – штука полезная и не лишняя. Через 30 секунд после начала боя босс поднимет посох и включит порталы на краях арены. В этот момент назначенные ДД должны войти в них по одному на подъемник. Наверху игроков ждут 4 сферы, укрытые щитами, их надо убить за 60 секунд, иначе бой будет проигран. При подъеме один из игроков, обычно самый первый, получит электрический луч, соединяющий его с центром, снимающий с врагов щит. Просто подводим его к сфере, и с нее щит снимется. Аккуратно, и носители игроков, цепляющих луч, он тоже дамажит. Портальщикам наверху обязательно навыки самоисцеления. Дальше портальщики просто бегают вместе от сферы к сфере и заливают их, снимая защиту лучом. Навыки, снимающие резисты, приветствуются. После уничтожения сфер люки в полу откроются, однако прыгать в них нельзя, разобьетесь. Для получения безопасного возврата портальщики должны вернуться на свои позиции и одновременно по отсчету прожать кнопки, после чего можно будет безопасно, не разбившись, спрыгнуть вниз обратно к боссу. На все про все напоминаю, минута, долго думать тут не стоит. После закрытия портала механика снова повторится через 90 секунд, если, конечно, босс не будет убит раньше этого времени. На 40% здоровья бонусом к центуриону с паровой пиццей на арену выскочит центурион заряженный, который будет бегать и молотить все вокруг очень болючей крутилкой. Его тоже должен сагрить и уже водить по кругу офф-танк. Группа может центуриона уничтожить дистанционными атаками или проигнорировать, добивая босса. Бегает он не очень быстро, кайтить можно вполне спокойно. Да и батарейки у него далеко не Duracell из рекламы, побегав пару кругов, все равно отключится. Ну и собственно, это весь бой. Группа старается не стоять в электрических нечистотах и уворачивается от конуса. Мейн танк блокирует лицом и только лицом удары теней, офф танк подводит или отводит центурионов. Но портальщики не просыпают и не путают свои порталы, не забывая дружно нажать кнопку перед спрыгиванием вниз. Механик много, бой насыщенный, но с нынешним уроном обычно проносится за один портал, если делать все аккуратно и привыкнуть к обилию разрядов со всех сторон. Добиваем фактотума и топаем в сторону третьего босса. Дорожка к нему весьма занятная, ибо по этой извилистой металлической тропинке катаются вращающиеся лезвия, наносящие урон и вешающий кровоток. Проходить сквозь них можно, урон терпимый, но лучше всегда выбирать те, что движутся быстро. Меньше контакта, меньше урона, меньше тиков кровотока. По надобности можно вообще перекатываться. Защищаем тропинку от двемерских пауков и кучкуемся на ее конце, возле светящейся кнопки переключателя. Мейн танк пробегает вперед, оскорбляет металлическую мамку босса, после чего он приползает к нам и сражение начинается. Главная особенность этого боя в том, что босс во время него планомерно ползет по той самой дорожке с лезвиями, а урон получает только когда мы обездвиживаем его специальной кнопкой, пускающей разряд между двумя электродами на его пути. Итого вся суть сражения в том, что группа стоит у кнопки, заранее раскидывая на землю свои доты, а при подползании босса, можно даже слегка заранее, кнопка активируется и станет его давая получать урон. После чего босс оживает, а группа летит к следующей кнопке и повторяет все до тех пор, пока он не сдохнет. Из особенностей, после каждого стана, во время перебежки, босс будет призывать двух сильных мобов нагревателя и рассекателя. Танки должны ловить их и отворачивать от группы. В идеале группа стоит кучкой с одной стороны, а танки с мобами с другой, ибо у них сильные конусные атаки, вполне себе ваншотящие ДД. Сливая мелочь, пока босс ползет, накидываем лужи и снова станем его кнопкой. Касаться щита босса не стоит, убьет. Заводить мобов в щит тоже не стоит, они подключатся к нему и станут жирнее. В остальном же довольно простое проходное сражение. Босс особо не сопротивляется и спокойно дохнет за несколько кнопок. Открывая нам небольшую перебежку с уже знакомыми нагревателями, новыми конденсаторами, которым нужно прерывать атаку, и центурионами, охраняющими проход к четвертому боссу Триала, рефабрикационному комитету, состоящему из трех братьев, редуктора, реактора и регенератора.
Двое с двуручками и дальник по центру. Бой достаточно тяжелый и выглядит хаотично, однако подчиняется вполне строгим механикам. Центральный босс-регенератор не двигается, и потому танки забирают только двух ближних, максимально разводя троицу друг от друга. Если боссы стоят слишком близко, они по аналогии с курицами из первого сражения соединятся разрядом и начнут наносить сильно больше урона. Дамажить же всех троих нужно поровну, иначе рейд гарантированно ляжет. Поэтому группа заранее делится на 2 или на 3 части. Если на 3, то каждая часть бьет своего босса, если на 2, то сначала опускаем боковых редукторы реактора, а потом вместе плавно доводим центрального. Вариант с двумя группами встречается чаще, а потому делимся пополам, по одному танку, одному хилу и 4 ДД, и встаем кучками по краям арены справа и слева. Танки агрят каждый ближнего к себе двуручника, подводят и отворачивают от своей группы. Оба довольно сильно бьют тяжелыми атаками, блокируем или уворачиваемся, стараясь не двигать босса слишком сильно. Также каждый ближник имеет свою уникальную атаку. Редуктор пускает по земле болючие огненные шары, а реактор делает лужи с механическими руками, засасывающие игроков. Стараемся не наступать в них, танку особенно актуально, ибо получить хэвик, сидя в луже, вполне себе смертельно. Основная сложность танкования братьев – это механика отсчета ауры. Во время нее от боссов танков начнут лететь электрические или огненные сферы, и пойдет обратный отсчет на 10 секунд. Аддоны вроде Raid Notifier ярко показывают его в центре экрана. В этот момент танки должны дальними аграми поменяться боссами, ибо если за 10 секунд этого не сделать и впитать все сферы, получат ваншоты. При этом, перебегая, боссы скорее всего ненадолго соединятся и зарядятся друг об друга, и пока они заряжены и пышут электричеством, их атаки сильнее. От тяжелой атаки заряженного босса, если не уверены, лучше увернуться. Дальше механика отсчета ауры будет повторяться на протяжении всего боя, и неважно на какой фазе она вас застала, танкам нужно меняться и агрить противоположного босса, иначе будет бубо. Центральный же босс-регенератор в это время будет стоять в центре, окруженный щитом, наносящим кучу урона, касаться его не стоит, и спамить в игроков электрические сферы, станящие и жрущие ману. Этого дела на земле стоит избегать, или в худшем случае хотя бы ловить в блок. Самая же противная механика регенератора – это испорченные фактотомы бомберы, медленно идущие к нему с краев арены. ДДшкам крайне важно уничтожать их до того, как они коснутся регенератора в центре, ибо после этого бомберы разлетаются по всей арене и разносят игроков взрывами. Взрывы ловятся в блок, но даже так откидывают и делают очень неприятно. И поэтому, как танки весь бой выполняют механику отсчета ауры, меняясь боссами, так и ДД весь бой приоритетно уничтожают бомберов, не давая им всех взорвать. Но попутно постепенно снижают здоровье боссам, сначала своим, а потом центральному. Снизить нужно всем троим примерно до 72-71%, после чего танки быстро подводят своих боссов к центральному, а группа вливает максимум урона по боссам, стоящим кучно. На 70% здоровья боссы получат неуязвимость, однако если при этом они будут соединены разрядом, то есть стоять рядом, их всех оглушит, и по группе, стоящей на колене, можно будет очень хорошо надамажить всем троим. Главная сложность этого боя – это снимать здоровье равномерно, чтобы механика сработала правильно. Танкам же, пока боссы вместе еще не сели на колено, стоит уворачиваться от тяжелых атак, помним про заряженных боссов. Как только они встали обратно на ноги, разводим все по старым местам и повторяем этот круг еще два раза, на 40% и на 20%. Танки все так же держат ближников подальше друг от друга и меняются по отчету ауры, а ДД все так же замечают и убивают бомберов, планомерно спуская здоровье своих боссов, а потом центрального. Если у вас получилось пережить фазу объединения хотя бы один раз, сможете и остальные два. Исключительно вопрос привычки и тренировок, бой сложнее уже не станет. После финального сведения на 20% и разведения боссов по местам, все ДД приоритетно заливают регенератора в центре, чтобы избавиться от механики бомберов. После чего можно спокойно добивать ближников. Итого, как я и сказал в начале, бой довольно хаотичный и заполненный механиками. Однако, если делать их аккуратно и внимательно следить за происходящим и отдельно за бесячими сломанными фактотумами, проходится адекватно даже без большого урона. Тут намного важнее слаженность рейда и работа танков друг с другом. Добиваем комитет, выдыхаем и топаем к финальному боссу, который после этой троицы покажется отдыхом. Огромный Центурион Мастер Сборки встретит рейд на не менее огромной крестообразной арене в одном из закутков. По бокам от него всегда будут лестницы и два высоких балкона. И снова у игроков есть выбор тактики, как располагаться. Группа может стоять сверху или снизу, отводя от себя урон или нет.
Самый универсальный и часто встречаемый вариант – это всем дружно стоять снизу, выделив двух игроков на отвлечение конечностей босса. При таком раскладе мейн-танк агрит и держит босса внизу, босс как бы не шевелится, тут вариантов других нет. А офф-танк и один хиллер тусуются наверху на балконах, отвлекая его руки. Ибо если на балконах есть игроки, босс будет свою руку-миксер и руку-огнемет направлять туда, а не вниз в основной рейд, что больно. Танк обычно забирает руку с лезвиями и просто блочит урон дебафа и босса. Хиллер же держит огнемет и прохиливает сверху рейд, это вполне удобно. Во время самого залпа огнемета урона прилетает много, поэтому хиллеру тоже лучше ставить блок. Основного танка, который танкует босса внизу, дамажит не сильно, но его позиция важна. Он стоит прямо перед ногами Центуриона, блокирует и не отходит далеко назад. Босс будет часто топать ногами, эта анимация хорошо заметна, и ДД в этот момент стоит ставить блок, чтобы не получить отбрасывание. Сапожище вообще нелегкий. Также с потолка будут сыпаться много метеоров, стараемся не пересекать урон слишком сильно, а сам Центурион будет плеваться ракетами. Терпим, бегаем, хилимся. Периодически же босс будет замахиваться своей рукой и откидывать мейн-танка далеко назад. Ему нужно быстро вернуться под ноги, иначе босс подпрыгнет и топнет двумя ногами сразу, отбрасывая всех игроков. Три таких топа за бой раньше складывали рейд, сейчас же не совсем понятно, механика или сломана, или понерфлена. Однако позицию стоит держать как и раньше, не соблазняя Центуриона лишний раз прыгать. По мере получения урона конечности у босса будут отваливаться, а на арене будут появляться уже знакомые противные мобы, конденсаторы и нагреватели. А также новые враги, боевые копии. Копии появляются вместе со смертями игроков и имеют их классовые навыки и особенности. Бить могут очень даже больно. Всех миников танки стараются агрить, а на механиках перехода босса сводить вниз и заливать. И кстати о переходах. На 85, 65 и 45% босс будет уходить в центр заряжаться, окружая себя щитом. В этот момент его категорически противопоказано бить. Каждый удар будет отражен щитом сразу во всю группу и очень быстро положит рейд. Перекладываем свои круги, отводим прицел и бежим на место, где стоял босс, бить терминал. Причем бежим исключительно по центру прохода, где будет кататься уже знакомая крутилка с лезвиями. Она дамажит терпимо, а вот решетки по бокам прохода на механике зарядки сильно бьют ядом, скоропостижно складывая наступающих на них ДД. Убив терминал, пробегаем через босса направо и убиваем там еще один такой же, по дороге не забывая лупить мини-роботов и совсем не трогая босса. Помним про его отражайку. Терминалов суммарно 4 в каждом углу, однако для того, чтобы выжить, рейду достаточно убить 2. Оставшееся время можно потратить на еще один терминал или чистку от мелочи, которую в идеале подводить к терминалам и заливать прямо на них. Зарядившись, босс встанет и потопает в новый проход, где рейд должен занять ровно ту же позицию и продолжить бой. Два игрока отвлекают сверху, остальные дамажат снизу. Выживаем до 65% и все повторяется вновь. Босс прячется в щит, а мы бьем терминалы, подводя к ним мелочь. Ну и конечно все так же не убиваем рейда по отражалку босса и не касаемся ногами решеток с ядом. Повторяем все на 45%, сливаем босса до 25% и получаем стадию добивания, для которой стоит приготовиться заранее. Центральный круг арены вполне удобно делится между игроками перед боем, и каждый запоминает свою позицию, чтобы встать на нее в финале сражения. Ориентироваться поможет мини-карта и вход и выход с арены. Стоя в таком круге, игроки практически не пересекаются друг с другом и хорошо делят урон от заключительной атаки Центуриона, под которой его придется добивать. За пределы круга выходить не стоит, там сожжет огонь. Босс же будет без конца пускать ракеты с разрастающимися под ногами игроков кругами. Чем больше кругов пересекаете, тем больнее. Самих ракет тоже будет становиться все больше и больше. Ну и собственно, в этот момент ДД вспоминают, чему учились на кукле, и просто вливают максимум урона. Хиллеры же захиливают, а танки дебафают, контролируют снующую вокруг мелочь и страхуют рейд барьерами. Если стоять правильно, добивание пройдет быстро и легко, после чего Центурион превратится в груду латуни и подарит свой лут и достижения. На хардмоде босс просто жирнее, а все механики и мелочь наносят больше урона. Ну и в составе этой мелочи будет намного больше двойников игроков, если члены рейда будут дохнуть. Фундаментальных отличий тут нет, делаем все то же самое. Отвлекаем руки, собираем мелочь под терминалы, не бьем босса в щит, не ходим по ядовитым решеткам и красиво стоим на добивании. По сравнению со страданиями на предыдущем комитете, в целом приятная прогулка с возможностью побрить все части тела всеми возможными способами.
Что же в целом по испытанию, залы фабрикации хоть и появились уже очень давно, все еще могут дать игрокам в ветеранском режиме и челлендж, и страдания, и банально прикурить двумя курицами и тремя братьями. Как могут дать и полноценное игровое удовлетворение от хорошей слаженной игры и выполнения механик в погоне за все еще ценными титулами и достижениями. Ну а новички тут могут спокойно фармить нормал, не заморачиваясь большими сложностями и совершенными комплектами брони, которых тут по старым правилам еще просто нет. Что тоже хорошо. Приправляем это отличной атмосферой, историей и персонажами и получаем бодрое испытание, которое точно стоит посетить. У меня же на этой попахивающей латунью и смазкой ноте на сегодня и все. Пишите, что вы думаете о залах фабрикации, а также какой босс дался вам сложнее всего. Ну и конечно пишите, как и где вы стоите на петухах, на братанах и на мастере разборки. Ну а знакомил латунного пенсионера с новомодными лазерами и отдирал ДД от решеток, для вас как всегда Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Заглядывайте на Boosty, это очень мотивирует и помогает в создании таких трудоемких и при этом непопулярных форматов, как гайды по триалам. И, конечно же, не болейте, не скучайте. До скорых встреч!